Привет, Калифорния, с вами Лилия. Хотелось бы рассказать вам о программе, которая недавно была объявлена. Она называется Shared Appreciation Loan. Эта программа позволяет вам взять от Калифорнии 20% down на ваш down payment. Естественно, бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Она рассчитана на то, что когда вы будете продавать дом, вы выплатите Калифорнии процент с того, что вы заработали на этом доме. Это, конечно, очень интересная программа, потому что у меня есть много клиентов, у них дети, сады и много растрат. Они не могут накопить down payment для того, чтобы купить свою первую недвижимость. Поэтому да, если вы мечтали, хотели купить дом, то это может быть очень интересный вариант для вас. Пишите, звоните. У них всего есть 500 миллионов в этом фонде, которые очень быстро разойдутся. Но самое интересное, знаете, эти деньги закинула Калифорния вот именно сейчас, в момент рецессии, в момент, когда все ожидают краха рынка недвижимости, увольнения и прочее. Я так понимаю, я не знаю, как вы, но вы пишите в комментариях, почему у них нашлось вдруг 500 миллионов долларов, которые они закидывают в недвигу с проекцией на то, что она вырастет, и они на этом заработают. Они закинули эти деньги не в школы. Вот это интересный момент. А купить сейчас нечего, или же есть жилье только в какой-то определенной ценовой категории. Вот представляете, вот эти люди, которые оплавятся на эту программу, они тоже выйдут на рынок. И что будет происходить вот в этом рынке, мы посмотрим. Так что подсоединяйтесь к нашему эфиру в понедельник. Мы будем это обсуждать с ипотечным брокером и расскажем вам, как она будет функционировать. Пока-пока!